И снова здравствуйте, друзья и подписчики канала «Домашние настойки». Сегодня мы делаем дробную перегонку на вот этом вот красавце. Очень волнуемся, потому что эта дробная перегонка у нас первая на этом аппарате. То есть аппарат мы вообще сделали своими руками. Вот. А был бачок у нас, то есть мы наварили крышку, сделали аппарат. Перегонки обычные в спиртсырец, он нормально у нас, тестирование прошел. Сегодня тестируем дробную перегонку. Дробная перегонка, просто берем, перегоняем спиртсырец в уже чистый спирт. Многие, как бы, есть спорный вопрос вообще, на какой крепости делать дробную перегонку. То есть кто-то делает на крепости 20%, то есть разбавляет до крепости 20%, кто-то 30%. Мы для себя вообще определили, что чтобы все-таки этот процесс длительный, мы делаем перегонку на 35%. Вот. Немножко рискованно, оно вроде бы как бы, ну, содержание спирта больше, но все-таки мы выиграем во времени в таком случае. Вот. Думали сделать поменьше, думали сделать там 20 градусов, все-таки решили сделать 35. Вот, тестируем. По алкокалькулятору мы вообще высчитали, что у нас с объема 60 литров, то есть мы сделали 60 литров 35% сырца. Мы с него должны получить 2 литра голов. Вот у нас специальная баночка, в ней 2 литра. То есть сейчас 2 литра отберутся, и якобы головы должны закончиться. Но мы страхуемся. Мы хотим получить более чистый самогон двойной перегонки. Поэтому мы еще дополнительно отбираем пол-литра так называемой шеи. То есть после голов, ну, логично, идут шеи. То есть мы эти пол-литра не выливаем, в отличие от голов. Головы мы выливаем. А шеи мы перемешиваем с хвостами. И при следующих перегонках мы его тоже как бы перегоняем. То есть там, в принципе, хороший самогон, ну, относительно. Все равно какие-то попутные фракции, то есть он захватывает. Мы хотим, все-таки боремся за чистоту продукта. Итак, вот головы у нас уже практически заканчиваются. Сейчас еще пол-литрика мы в отдельную емкость наберем. Процесс идет очень интенсивно. Все-таки я думаю, что наше утепление немножко помогает. Потому что когда мы гнали, ну, процесс шел более медленно. Заморочились, ничего лучше не придумали, как вот накрыть таким вот пенопластом. Опять же, он горючий материал. Если, ну, у кого-то есть опыт утепления своих аппаратов, напишите обязательно в комментариях, чем лучше утеплить аппарат. Потому что теплоотдача сумасшедшая идет. На это тратится время. То есть, чтобы аппарат у вас работал в полную силу, его обязательно нужно утеплить. Причем утеплить в нашем случае не горючим материалом, потому что мы гоним не на индукции, а на открытом газу. То есть материал утеплителя должен быть не горючим. Да, вот у нас конфорки работают в полную мощь. Так, коллега, сейчас нам надо будет менять баночку, скорее всего. Ну, давай вот в эту баночку еще пол-литра отберем. Что у нас здесь? Вот, чистая. Так, сейчас еще буквально немножко времени будем менять баночку. И после этого мы уже, когда отобрали головы, то есть их убрали, отобрали, когда шеи, тоже их убрали, мы просто вставляем трубочку в наш бутыль. Очень ценное, кстати, приобретение, потому что когда гоните несколько побольше, то есть с банками получается возня очень неудобная. То есть приобретайте вот такие вот бутыли, они на Авито можно приобрести, они всегда есть в наличии. То есть ставим наш шланчик в наш бутыль, после того, как все отсечем. И мы должны набрать как раз 21 литр чистого самогона двойной перегонки. Крепостью 72 градуса. Все считается по алкокалькулятору, который можно найти в Google. Да? Да. То есть можно его установить на свой аппарат, на свой телефон и по нему все рассчитывать. То есть дробную перегонку. Так, все, наверное, пора менять баночку, не будем затягивать этот процесс. Так, а почему это он такой теплый? Теплый, не должен быть теплый, нет, холодильник холодный, все нормально происходит. Немножко тепленький такой. Эх ты, какая струйка, вот только посмотрите, то есть какая мощность. Струя идет очень хорошая. Бак 60 литров. 60 литров, все-таки с этим не поспоришь. Вот сейчас мы пол-литрика еще отберем, их мы, наверное, будем перегонять. Попробуем на
как бы на запах, что сейчас идет. Вообще, по идее, сейчас должен идти уже хороший, как бы тело уже должно пойти. Еле уловимые фракции есть, еле уловимые. Ну, а в целом это уже он, это уже течет чистый самогон двойной перегонки. Причем крепость, на, то есть крепость вначале идет, ну, вообще, наверное, процентов под 84, под 90. Она там в дальнейшем немножко будет падать. Первый литр самый сладкий. Первый литр самый сладкий. Ну и вот, что, собственно, мы получим из всего этого бака. 60 литров 35% спирта сырца. Мы на выходе получим 21 литр чистого самогона двойной перегонки. Крепостью 72 градуса, из которого мы в дальнейшем будем делать настойки. Рецепты коньяка можете посмотреть. Мы вообще планируем сделать сейчас виски в домашних условиях. То есть, ну, кто не хочет делать коньяк и виски в домашних условиях? Все хотят. Сейчас мы сгоняем вот этот вот самогончик и будем делать из него виски. Смотрите виски, ну, как делать вообще виски в наших дальнейших сериях. Ссылочка появится вот здесь вот. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. До свидания.